хорошо сейчас забежал за спину Нандо Деколо, обманил своего защитника. И свободного Деколо попался где-то на заслон Кит Лэнфорд. Броску этому помешать он не успевал. И вот она! Великолепная передача Антона Панкрашова на Лиходея. И тот аккуратно сверху отправляет мяч к кольцу. Выигрывает время от времени подбор трехсекундный. Какая передача! Это Виктор Хряпа. Это он. Вот, наконец, Артем делает то, что от него требуется. Он мгновенно разбирается в ситуации в трехсекундной зоне. Все хорошо. Хороший заслон от Параховского получает. И вот! Вау! Что это было? Это был Кори Хиггинс. Нападающего инициатива в игровых видах спорта. Кайл сделал все, что мог. Урбанов добрался до этого мяча и оставил его со своей командой. Колом очень вовремя включается. Удалось. Джексон. Снова головокружительные техники, цирковые финты. И ох, как все могло завершиться, но попадает в душку колеса. И опять Колом в быстром прорыве приносит своей команде 2 очка. 7 очков подряд. Кинул пролома, но не просит замену. Теодосич третья сегодня трёха. Как из пушки просто. Ну вот Теодосич на пару с Деколо так несколько погасили этот порыв казанцев. Каймакоглу успевает. Против Лэнфорда и опять теряются. Какая отличная передача на Павла Коробкова, но там его перекрывают вдвоем казанцы. Лэнфорд попадает. 5 секунд на атаку остается, и пора уже Антону что-то придумывать. Против Коробкова он в итоге атакует и попадает. Антон Панкрашов просто монстрит. Разобрали тоже по всей площадке. И вот потеряли Джоэля Фриланда под кольцом. Тут же через руки Урбанова отправляет мяч к кольцу. Никита пытается реваншироваться. Какое накрывание. Да, Каймакоглу просто Никиту сейчас сожрал. И второй раз. И The Devils Williams. Вот то, что он умеет делать лучше всего. А вот этими блокшотами казанцев можно любоваться до бесконечности. Шикарно накрывал Каймакоглу. .98-85, 13 очков ЦСКА вряд ли позволит соперникам набрать в этой концовке. У нас заканчивается эта встреча. Уникс дерби, третье поражение в сезоне. И пока турнирная таблица остается на втором месте.